Сегодня у православных христиан началась Страстная неделя. Это последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. В это время православными вспоминается Тайная вечеря, передание на суд, страдание, распятие, погребение Иисуса Христа. Особое значение придается богослужению. Более строгим становится пост. По традиции в эти дни убирают в доме, красят яйца и пекут куличи. Кроме того, на Страстную неделю избегают громких гуляний и праздников.